Подельницу-убийцу ждет суд. Полицейские раскрыли дело о расправе над медсестрой Ириной Ивлеевой. Вырастут на 4%. В следующем году жители региона вновь ощутят увеличение стоимости коммунальных услуг. Сократили зарплату и утвердили льготы. Депутаты собрались на последнем в этом году заседании областной думы. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» 19.00.